Наша вымышленная вселенная наполнена различными чудовищами. Из себя они представляют совсем разные когорты. Восставшие мертвецы, демоны, создания бездны и различные дикие твари. Возьмите одно грозное создание и поставьте против него множество неопытных воинов, и они тотчас отправятся на свидание со смертью. Возьмите несколько грозных созданий, и от воинов не останется и следа. Но что, если я скажу вам, что Азерот носил на своей поверхности создание, объединяющее все мною перечисленное в одном теле? Сильное, могущественное, жуткое и безобразное. Мало кто его знает, и мало кто выжил в битве с ним. Его имя — Хроматус, и о нем наш сегодняшний рассказ. Когда сын Смертокрыла Нефариан возжелал воплотить план отца лично в его отсутствие, он начал проводить многочисленные эксперименты над драконами других стай, пытаясь вывести собственную стаю хроматических драконов. Большинство детенышей умирали еще в зародышах, а те, что вылуплялись, не проживали и одного дня. Единственным удачным подопытным оказался мерзкий гигант. Донором для тела стал колоссальный древний дракон, а вместо одной головы было целых пять, каждая из которых ранее принадлежала разным стаям. Итого синяя, красная, зеленая, бронзовая и даже черная. Каждая голова обладала силой своей стаи и собственным разумом. Но несмотря на такое расхождение, дракон имел также и единый разум, когда все головы начинали мыслить аналогично и говорить в унисон. Дракон был назван Хроматус. В некоторых местах были видны кости. Чешуя отваливалась, показывая гниющую кожу. Каждая из голов была по-своему изувечена. Одна не имела уха, у второй сочился глаз, третья была лишена языка, четвертая — нижней челюсти, пятая — своих рогов. Однако Нефариан был убит прежде, чем успел оживить свое творение. Увидеть свет дракон смог лишь после прихода катаклизма, во время сумерек аспектов. Синий дракон Аригас, сын Малигаса, переметнулся на сторону Сумеречного Молота и был ответственен за организацию покушения на Трала и остальных аспектов. Дракон был уверен, что по исполнению плана Бенедикта, он же Сумеречный Отец, сможет занять свое полноправное место во главе Синей Стаи. Но отец же имел на его счет совсем другие планы. Увы, но смерть зазнавшегося потомка Малигаса была необходима. И как только подвернулась возможность, он был устранен темной проекцией Эдоласа Блэкмора. После его кончины Сумеречный Отец использовал его кровь для выкачивания энергии тайны магии из радужного средоточия и переправлял ее в тело Хроматуса. Этот час стал роковым для защитников Азерота. Ведь согласно видению из Зеры, сегодня увидел свет тот, кто должен стать погибелью аспектов. Мерзкое, уродливое чудовище превышало размерами каждого из пятерых вместе взятых, напоминая собой их давнего врага Галакронда. На удивление Сумеречного Отца Хроматус не оказался бестолковым зверем. «Я не твой друг, Сумеречный Отец. И я не твой ребенок, и не твой слуга. Мы оба служим могучему Смертокрылу, которому мой отец заставил меня служить. И это наша единственная общность». Хроматус должен был уничтожить аспектов, и самое страшное, он прекрасно знал, как это сделать. Каждый из его голов заключает в себе силу великих, и только эта сила способна поразить их. Более того, хроматический дракон стал приманкой для них, заставляя вернуться из пучины времени даже самого Ноздорму. Только объединившись, аспекты смогли бы его победить, и только объединившись, они были уязвимы. Калесгас, как новый аспект магии, преследовал стаю сумеречных драконов после их нападения на храм Драконьего Покоя вместе со всей своей стаей, что на данный момент была на пике своей силы.
Погоня продолжалась вплоть до старой базы Драконьего Союза, где они повстречали Хроматуса. Силы аспекта магии и остальных драконов не хватило даже для того, чтобы противостоять ему, и они были вынуждены отступить. Гигантская тварь была слишком умна, поэтому задумала даже оставить потомков. Хроматус хотел спариться с Киригосой, тем самым выводя первых детенышей себе подобных. Однако она смогла вовремя бежать и рассказала обо всем аспекту магии. Калисгас же поделился своим провалом с остальными аспектами. Если видение Зеры было правдой, Хроматуса необходимо уничтожить, прежде чем он наберет мощь. Для этого три стаи драконов, красная, синяя и зеленая, объединились и совместными усилиями атаковали чудовище. Но и здесь вновь потерпели поражение. Голова родственного цвета была максимально опасной для каждого из драконов. Зеленая голова посылала кошмары из Зери, застилая ее взор. Красная жарила ослепительным пламенем Алекстразу, раздирая ее плоть. Синяя заставляла кипеть потоки магии Калисгаса. Они были не готовы. Немного передохнув, аспекты использовали иную тактику, пытаясь избегать сражения с родственной головой. И снова они потерпели бы поражение, если бы не внезапно появившийся Ноздорму и его бронзовая стая. Тем не менее, их было недостаточно для полного уничтожения зверя. Нужен был пятый элемент – земля. Трал имел очень близкий контакт с духами стихий и предложил свою душу и силу как замену. Взявшись за руки, четыре аспекта и орк соединили свою сущность и могущество, создав тем самым массивное серебристое пламя, что медленно жарило Хроматуса. Дракон долго сопротивлялся, но в один момент откинул все головы назад, обнажив грудь, и защитники Азерота сосредоточили силы для единого мощного удара, наконец умертвив своего врага. «Вы не можете остановить меня! Я знаю все ваши секреты! Вам потребовались все, чтобы даже попытаться уничтожить меня! Думаете, вам будет легче? Он разорвет этот мир на части, чтобы раздавить вас за то, что вы делаете! И я буду там, с вами!» Эта победа стала по-настоящему великой. Все омрачал тот факт, что Хроматус не умер. Они смогли погасить жизнь внутри него. Однако тело продолжало жить, и ничего с этим поделать никто не мог. Было решено заточить тушу чудовища в одну из тюрем Нексуса, в которых Малигас в древности держал пленных. Стражи от каждой стаи должны будут пристально за ним наблюдать, ведь однажды может появиться тот, кто вновь вдохнет жизнь в его сломленное тело, и Хроматус явится опять, преисполненный яростью и местью. Кстати, вместо Ультраксиона, одного из боссов Души Дракона, должен был выступать именно Хроматус, но разработчики решили умертвить его в книге, поскольку не смогли сделать рабочую модель и анимацию, положенную такому созданию. Однако, учитывая тот факт, что Хроматус окончательно не уничтожен, мы вполне можем надеяться на его возвращение. Уж надеюсь, за 10 лет оптимизировать его они смогли. А на сегодня все. Понравилась ли вам история? Если да, то делайте все по красоте под видео, также подписывайтесь обязательно на нашу группу ВКонтакте, ссылка тоже под видео, и все остальное как обычно. Спасибо за просмотр, до встречи!